Для братьев Эльмира и Мира это уже традиция. На субботник они приходят со всеми родственниками. Наводят порядок на территории, убирают сорняки, обрезают деревья. Каждый должен приходить, и мы должны вместе убирать и наводить порядки. Абдал – это крупнейшее мусульманское кладбище. Находится оно под Симферополем. Территория большая, объема для работы хватает. Сюда принять участие пришли десятки людей. Эта акция продолжается со вчерашнего дня. После Хадерлеза человек 120 приехали на Абдал, чтобы навести порядок на кладбище. Сегодня же с 7 часов утра уже было человек 100. Они приехали до начала жары. Сейчас тоже человек 60 работают. Чистота – это половина веры, так написано в священном Коране. Мусульмане обязаны содержать в порядке не только дома, мечети, но и кладбища. Такие субботники сегодня проходят по всему полуострову. Всекрымский мусульманский субботник организован муфтиатом Крыма. Такие акции проводятся постоянно, потому что могилы, мечети, дома и все должно быть в чистоте, как подобает мусульманам. Желающих принять участие в субботнике много. Акция не ограничивается одним днем. Организаторы призывают соотечественников и в другие дни быть активнее и совершать благие дела. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет».